Сергия Радонежского – время возрождения Руси. Страна до Сергия Радонежского и после него – две духовно разные страны. Я поздравляю всех вас с днем памяти преподобного и богоносного Аввы Сергия, печальника и молитвенника земли нашей. Бывает трудно нести наш малый жизненный крест, но надо помнить, что креста выше сил человеческих не бывает. Крест дается каждому по его силам. Я молитвенно желаю, чтобы каждый из вас нес бы свой крест в терпении. Да хранит всех вас Господь по молитвам преподобного на всех путях жизни вашей. С праздником всех вас, дорогие мои! Наш фильм о великом подвижнике иночества Сергия Радонежского. О монашестве на Руси. Когда ордынцы взяли Владимир на Клязьме, в Успенском соборе укрылись великая княгиня Агафья со снохами, епископ Митрофан со священниками. Враги обложили собор дровами и подожгли. Люди задохнулись от дыма. 7 недель сопротивлялся Батыеву войску маленький город Козельск, в котором князем был младенец Василий. О его судьбе в летописи говорится, что он в крови утонул. Люди бежали из сел и городов, прятались по лесам, спасались от больших и малых орд. Многие монастыри были разрушены. Вот в этом городке, в семье обедневших бояр, Кирилла и Марии, родился мальчик. Еще когда мать носила сына под сердцем, стало ясно, что ребенок будет особенным. Однажды, когда Мария была в храме на литургии, ребенок в ее чреве прокричал 3 раза. Первый раз перед чтением Евангелия, второй раз громче во время херувимской песни, а когда священник возгласил «Святая святым» так громко, что все услышали. Испуганная мать пала на колени, обливаясь слезами. Наверное, Мария почувствовала, что носит под сердцем необыкновенное дитя. И нарекли мальчика Варфоломеем, что в переводе означает «сын радости». Что это за люди? Как могут они отказаться от мира, от житейских радостей, даже от женской любви? Зачем они бросают все и уходят в монастыри? Почему обрекают себя на эти лишения? Все просто и невероятно сложно. Молитва не должна прерываться ни на минуту, ни на мгновение. И крещающимся тебе, Господи, Троическое явися поклонение родителю. Мы писали, наши пальчики устали. 1, 2, 3. Давайте дальше продолжать урок. Садитесь. У нас был такой праотец Ной, он имел 3 сыновей – Сима, Хама и Афета. А мы на уроке закона Божьего. А и Афета.
православной гимназии Варницкого Троице-Сергиева монастыря. И вот эти три сына, Сим, Хам и Афет, явились родоначальниками всех остальных народов. Родители отдали Варфоломея с братьями в учение. Братья учились успешно, а Варфоломея учение не давалось, далеко отстал он. Чтение не давалось до тех пор, пока не встретил в лесу чернолистца. Варфоломей искал в лесу отбившихся от табуна коней, когда явился ему старец в черных монашеских одеждах. Старец поговорил с отроком, узнал о тяготах учения и обещал за мальчика молиться. Варфоломей поклонился старцу и пригласил его в дом родителей. Была приготовлена еда для гостя. Но старец сказал, прежде надо вкусить пищи духовной. И дал Варфоломею псалтирь и велел читать псалом. «Аз не умею того, отче», — сказал со слезами мальчик. «Читай глаголи Божье слово без сомнения», — велел старец. И Варфоломей начал читать стройно и внятно. Яко от Бога дана была ему книжная мудрость, а не от человека. Говорит житие. Безбожное время после 1917 года наш монастырь более всех ростовских пострадал. Был взорван Троицкий собор, разобраны все башни, стены. Дорога была проложена прямо через монастырь автомобильная. И уже казалось, что ничего не поминает на обители. Но тем не менее, преподобный Сергий чувствуется, как он покровительствует своей родине. И вот его покровительством ныне возрождается древняя Варнинская обитель на его родине. Постоянные татарские набеги разоряли и ростовские земли. Скоро и семье Варфоломея пришлось оставить дом и уйти в Радонеж. Варфоломей просил отца и мать отпустить его в монашество, но те удерживали его тем, чтобы он послужил им в старости и дряхлости. Пред смертью Кирилл и Мария приняли постриг и стали монахами Ходькова монастыря. Варфоломей был с ними до самого конца. Похоронив родителей, они вместе с братом отправились в леса искать место для пустынного жительства. Братья обошли много мест, пока нашли место, которое понравилось им обоим. Сотворив молитву, стали рубить деревья, построили шалаш, потом келью, а потом и малый храм. Вот этот малый храм, потом келью, а потом и малый храм. Вот этот малый храм и стал Троице-Сергиевой лаврой. Об этих местах говорят благодатные. Конечно, бывало, что места для обители указывались свыше чудотворными явлениями. И все же благодатными их делали монахи своими молитвами, своими трудами, своим духовным подвигом. И люди идут сюда, чтобы вырваться из повседневной суеты и прикоснуться к вечному. На Руси всегда любили иноков и монастыри. Это тоже Троице-Сергиева лавра.
таинство рукоположения в сан священника. Аксиос по-гречески значит «достоин». Этот священник удостоился, что рукополагает его сам патриарх в своем домовом храме. Брат недолго прожил с Варфоломеем и вскоре ушел в московский Богоявленский монастырь. Варфоломей позвал в пустыньку старца и принял постриг с именем Сергий. Так начался монашеский подвиг преподобного. Русские леса были тогда совсем дикими. Медведи, волки приходили к келье преподобного. Преподобный рассказывал своим ученикам, что однажды ночью расступились стены церкви. И вошел сатана с полком бесовским. С криком и шумом воплями стали разорять они церковь. Да воскреснет Бог, и расточатся врази его, и бежат от лица его ненавидящие его, стал читать преподобный. И бесы исчезли. Первые иноки пришли к преподобному через 2 года. В мире все время есть необходимость в молитве. И вот эту непрестанную молитву творится монахами. Монах, он бросает вызов злу, он обращает свои молитвы к Богу постоянно. Это его главная задача, это смысл его жизни. Но поэтому искушений там великое множество. Как же так? Какой святой человек? Чего же ему столько искушений? Самых разных, от чудовищ до блудниц. А потому что молитва сильная. Потому что не в тылу прячется, а идет, что называется, в бой и наносит удары злу. Поэтому и вызывает огонь на себе. Из опустошенных ордынцами земель люди стекались в монастыри, в том числе и в Троицкий. Преподобный установил при обители странноприимство. Так что нищие, больные, бездомные получали в нем все необходимое, а многие жили в нем и до смерти, в полном довольствии и успокоении. Один поселянин, живший недалеко от монастыря, принес в келью к Сергию своего тяжко больного ребенка. Пока он говорил с преподобным, ребенок умер. Потрясенный отец стал винить преподобного. Я шел к тебе, верил, думал, ты сможешь, лучше бы он умер дома. Сергий стал на молитву, вымолил мальчика, восстал отрок, ожил. Преподобный говорит, мальчик твой не умер, он только уснул. Отец на колени, старец ему строго говорит, это Бог сотворил. Узнав о подвигах преподобного Сергия, константинопольский патриарх Филофей прислал старцу в дар крест, параман, схиму и грамоту с благословением устроить в обители общее житие. До этого каждый жил порознь. Каждый в повседневности заботился сам о себе. И собирались все вместе только в церкви.
Поучая братию, преподобный избегал многоглаголания. Внимайте себе, братья, всех молю. Прежде имейте страх Божий и чистоту душевную, и любовь нелицемерную, к сим же и страннолюбие, и смирение с покорением, пост и молитву, пища и питье в меру. Чести и славы не любите, паче всего бойтесь и поминайте час смертный и второе пришествие. Вот и все поучение. Поучал не столько словом, сколько примером. Подобный Сергий сам рубил дрова. Жито молол, хлеба пек, шил одежду, и из источника носил воду на гору. Братьям ставил возле каждой келии, в двух водоносах. Трудился, как купленный раб, замечает блаженный Епифаний, автор первого жития. Когда монастырь был благоустроен, из Москвы неожиданно вернулся в пустынь старший брат преподобного Сергия, Стефан. Как старший брат он желал властвовать. В один субботний вечер, когда шло богослужение, Сергий служил и был в алтаре. Стефан, стоя на клиросе, он хорошо пел и хорошо знал духовное песнопение, увидел в руках монаха свою книгу. «Откуда у тебя эта книга? Кто тебе ее дал?» «Игумен», — ответил монах. «Кто здесь игумен?» Громко так, что все слышали, сказал Стефан. «Не я ли основал это место?» Все промолчали. Сергий продолжал служить в алтаре. Когда закончилась вечерня, он не пошел ни в келью, ни в трапезную, куда направилось все братья. Незамеченным вышел из ворот и ушел из монастыря. Сергий снова обошел много земель, а надо сказать, что на любые расстояния он ходил только пешком. Выбрал место в глухом лесу и основал Благовещенский Киржачский монастырь. Прожил в нем много лет, пока снова не вернулся в Троицу. Один раз глубоким вечером преподобный молился о братии монастыря и вдруг услышал зовущий голос. Он открыл оконце кельи и увидел множество птиц, которые не только наполняли весь монастырь, но и летали вокруг преподобного. Голос сказал: «Как видишь ты этих птиц, так умножится стадо учеников твоих. Как из зерна вырастает множество зерен, так из Сергиева монастыря пошло по Руси множество обителей, а от них другие новые». Вот смотришь на Спаса Андроника в монастырь и видишь, что это еще одно напоминание о преподобном. Когда Сергий передал своего лучшего ученика первосвятителю, и первосвятитель вместе с Андроником поехали в Москву, на реке Яузе был выстроен храм во имя Спаса Нерукотворного. И там же общежительный монастырь. В эти годы появились Чудов, Сретенский,
Воскресенские монастыри в Москве, Костромской и Ипатьевский, Кирилло-Белозерский, на севере Соловецкий и Валаамский. По всей Руси за два века их построили около 200. Родители, Бога свидетельствовавши тебе, возлюбленного тебя сына именуйка, явлейся в Христе Боже, благодать Духа Святого, крещающуюся тебе, Господи, Божеское поклонение. Это родина преподобного Сергия. Обряд крещенского купания рядом с Варницким Троице-Сергиевым монастырем. Монастырь возродился и радует людей благодатью. Жива птица из Сергиева видения. Подобные очи Сергия, о них и благодаряще Отца Небесного, давшего тебе великую благодать величия своего. Когда братья, вся братья собирается утром, в начале шестого, у мощей преподобного Сергия, то мы ощущаем, знаете, то, что этот человек, подвижник, не просто олицетворяет традиции монастыря или русского монашества, а то, что он жив, и мы молимся ему. Мы искренне открываем свои сердца и спрашиваем и его помощи, и молитв, и заступничества, потому что мы ощущаем его любовь. Круглый год идут паломники, чтобы поклониться святым мощам. Когда меняли одеяние на мощах преподобного Сергия, увидели, что обувь его стерта. И это чудо повторяется ежегодно. Великий монах и сегодня ходит по русской земле. Духовным сподвижником и собеседником преподобного Сергия был глава русской церкви митрополит Киевский Алексей. Он родился в знатной боярской семье. Его крестным отцом был московский князь Иоанн Калита. Но Алексей с детства мечтал о монашеской жизни. Своим преемником на митрополичьей кафедре святитель Алексей видел только самого достойного, преподобного Сергия Радонежского. Смиренный старец отказался. Свое служение Господу видел только в монашеском подвиге. Продолжая традицию святого Александра Невского, митрополит Алексей, оберегая русскую землю от татарских набегов, укреплял мир с Ордой. Когда ослепла жена хана Джанибека Тайдула, хан писал великому князю, да и спросит главный русский поп здравия моей супруги. Нужно было ехать. Святитель перед отъездом отслужил молебен здесь, в Успенском соборе. Во время молебна случилось чудо. У гроба митрополита Петра зажглась свеча. Сама. Святитель Алексей тут же разломил чудотворную свечу, часть раздал молящимся и со свечой отправился в путь. Там, в Орде, после молебна,
после окропления святой водой ханша прозрела. И была подписана грамота о свободе русского духовенства от всех поборов и даней. Внука Ивана Келиты, великого князя Дмитрия, святитель Алексей воспитывал еще с младенчества. Орда к этому времени ослабела, искала союзников среди русских князей, раздавала ярлыки на княжение без меры. Опираясь на авторитет митрополита, Дмитрий уже мог отвергать эти ярлыки, собирая русские княжества в единый кулак. Или, как говорит летопись, князи русские, приводя в свою волю. Вот отсюда, с Красного холма, на восходе солнца, в тумане, Мамай увидел русские полки, увидел войско Дмитрия Донского. Ратники стояли в боевом порядке. Численность войска была необыкновенно велика для того времени. Перед походом Сергий Радонежский благословил великого князя и его товарищей воинов, пришедших с ним. А потом, понизив голос, тихо сказал великому князю: «Победиши, враги твоя!» И послал двух монахов, Пересвета и Ослябью, для воодушевления ратников молитвой и личным примером. И началась невиданная сеча. Пока шла битва, в русских храмах возносились моления о победе русского воинства. Не уходила из храма великая княгиня Евдокия. Молился митрополит Киприан. Сергий Преподобный вместе с братьями пребывал на молитве в Троицком монастыре. Татар гнали до речки красивая меча и овладели всем их станом. Кровавая была битва. 2/3 русского воинства погибло. Что такое народное самосознание? Как его можно потерять и как обрести вновь? Ключевский, рассуждая о перипетиях русской истории, говорит: народ, 100 лет дрожавший при одном имени татарина, встал и пошел на своего поработителя. И не только нашел мужество встать, но и вышел искать татарина в открытой степи. И нашел, и повалился на него несокрушимой стеной. Откуда взялись эти люди? Как они воспитались? Как решились на это дело? Мы знаем только одно. Сергий Преподобный благословил главного вождя русского ополчения Дмитрия Донского на подвиг. Восемь суток оставшиеся в живых хоронили своих товарищей, бойцов, ратников. На месте братской могилы был выстроен храм Рождества Богородицы. Русские победили. Дивно сказал о Святой Троице отец Павел Флоренский: среди междоусобных расприй, всеобщего одичания и татарских набегов,
открылся духовному взору бесконечный, нерушимый мир. Вражде и ненависти противопоставилась взаимная любовь, струящаяся в вечном согласии, в вечной безмолвной беседе. Отец, Сын и Дух Святой. Сергий Радонежский созерцал ее молитвенно, об ней беседовал со своим ближайшим учеником Никоном. И через Никона созерцание это коснулось Андрея Рублева. И такой явилась икона русскому иконописцу. Пресвятая Троица, спаси нас. Мы точно не знаем, когда и где он родился, когда умер. Мы почти ничего не знаем о его жизни. Работ своих он не подписывал. Считал себя только инструментом в руках Божьих. Но несколько дошедших до нас его творений изменили иконописную традицию православия. И страшный суд – это не мрачное событие, а торжество радости и справедливости. А Святая Троица – жертвенной чашей посередине, Христовой жертвы, пронизанной гармонией мира и жизни. Он стал символом эпохи Возрождения Руси. Его имя – Андрей Рублев. Иконописец призван стать орудием Божиим, совершенным орудием исполнения воли Божественной. Так же, как едиными устами мы поем символ веры, где говорится о Троице, также это единение молитвенное и связывало воедино духовные пути и преподобного Сергия, и преподобного Андрея Рублева. Сергиева, если мысль моя с особенным желанием устремляется к древней пустыне Сергия. Так писал митрополит московский Филарет. Кто покажет мне малый деревянный храм, на котором в первый раз наречено здесь имя Пресвятой Троицы? Отворите мне дверь тесной кельи, чтобы я мог вздохнуть ее воздухом, который трепетал от гласа и воздыханий преподобного Сергия, который орошен дождем слез его, в котором отпечатлено столько глаголов духовных, пророчественных, чудодейственных. Дайте мне облобызать порог ее синей, они стерты ногами святых, через которые однажды переступили стопы Царицы Небесные. Ведь это все здесь, только закрыто временем или заключено в всех величественных зданиях, как высокой цены сокровища в великолепном ковчеге. Откройте мне ковчег. Покажите сокровище. Оно непохитимо и неистощимо. Из него без ущерба его можно заимствовать благопотребные. Щедро Твои спасибо.
пострижение в монахи – это обряд умирания для мира одного человека и появление на свет другого, преображенного. Это прообраз страшного суда и входа в жизнь вечную. Возьми ножницы и подашь мне я. Возьми ножницы и подашь мне я. Брат наш, монах Герасим, подрезает волосы главы свои я. Рцы все о нем, Господи, помилуй. Слава Богу, зло еще не торжествует. Еще есть в мире вера, надежда, любовь, добро. Прими, братья монаши Герасиме, щит веры, крест Христов. Эти люди не зря отказались от мирского, даже от собственного имени. Они молятся за нас. Когда в 1961 году состоялся мой постриг в Троице-Сергиевой лавре, то покойный святейший патриарх Алексий I сказал, что спросил у меня, какое бы имя я хотел бы оставить. Я сказал, что я привык к имени Алексия, Человека Божия, которое было мне дано в крещении. Но святейший сказал, что все-таки положим в раку преподобного два имени, святителя Алексия митрополита Московского и преподобного Сергия Радонежского. И по жребию было вынуто имя святителя Алексия митрополита Московского, и мне тогда так в личной беседе сказано, преподобный, как всегда, уступил святителю Алексию митрополиту Московскому. Лишний раз и деятельность преподобного Сергия Радонежского, и святителя Алексия митрополита Московского указывают нам на сегодня, что нужно крепить единство, преодолевать ненавистную рознь мира сего. В этом залог будущего земли русской, в этом залог Святой Руси, которая возвращается к вере Христовой и к заветам преподобного Сергия.